Продолжаю проходить Resident Evil, вторая серия. Признаюсь честно, я уже вот этот уровень проходил, но я там накосячил. И мне приходится вот сейчас повторно его пройти. Я буквально там до этого итальянца дошел. Здесь не так уж и далеко. Встает, куда ты бежишь? Нет, иногда криты проходят. Я нашел грязное ожерелье. О, что-то выпало. Куры тут неслись яйцами. Самое классное это коричневое яйцо. Только я не понял, как оно появляется там. Рандомно, не рандомно. Собака тут где-то бегает. Ух ты, я вот этого, по-моему, я не заметил. Прошлый раз. Вот я заметил, что вон там наверху, вон он. Что ты будешь делать? Все патроны истратишь, пока найдешь. Пока попадешь. Может, здесь еще где-то есть? Ой, тут наверху чувак оказывается. Фига себе, он прыгает. Я думал, он слазить будет. Еще один. Да блин! Вон, курица снесла яйцо. Вы видели? Надо быстро за ним бежать. Я не знаю, оно исчезнет или нет. Коричневое яйцо. И, кстати, вот до этого ящика я так и не понял, как добраться. Так, надо... Эти двое ничего не дали. Здесь кристальчик. Тут ничего нету. Наверху, по-моему, там что-то должно быть. Да, тут рандомно появляется. Плюшки всякие выпадают рандомно. Вон ящичек. Да я хочу, чтобы ты спрыгнул. Кстати, я могу ее сейчас поднять? Поднять. Могу. А где собака была? Я собаку видел в прошлый раз. Нигде нету ее. Не поддается. С другой стороны, все ясно, значит, оттуда я приду.
Еще один кристалл. Как отсюда выбраться-то? А, только по лестнице. Я камеру зацепил случайно. А, вот я как могу до этого ящика добраться. Это что такое? Кружка. Вот этого в прошлый раз я не брал. Никаких кружек я не находил. Так, все, я здесь все облазил. Побежали в следующую локацию. Это вот сюда. Сейчас будет знаменитая сцена, которая повторялась во многих фильмах. Во многих играх косплеем Индиану Джонса. О, получилось. Вот там, оттуда я буду возвращаться по мосту. Я так понимаю. А прошлый раз здесь было два кристалла. Было два кристалла. Сейчас один. Этих надо валить сразу. Они швыряются гранатами. Ну, не гранатами, взрывчаткой, короче, они швыряются. Да как мне в тебя попасть? Есть, готов. Какой здоровый паук. Здесь эти еще капканы стоят. Из окна, что ли, швыряет? Ты очумел, чувак? Упс. Интересно, я быстро могу лечиться? Исследовать. Смесь трех трав повышает максимальный уровень здоровья. Желтая трава, оказывается, повышает максимальный уровень здоровья. Использовать, да. Они сами себя взорвали, что ли? Их же тут несколько было. Как минимум двое их здесь стояло. Да, вот здесь еще один чувак был. Патрончики, это, блин, хорошо. Потому что на каждого у меня уходит штук по 6, по 7 патрончиков.
Здесь же лежало, я видел, от предыдущего чувака исчезла, что ли, она? Кстати, там наверху я могу туда залезть? Нет. Так. Так, вроде со всеми разобрался. Я слышу, что там стучит Карлос, или как его? Вот у меня несколько сохранений, но я их буду перезаписывать, потому что там косячно у меня получилось. Теперь лишь бы не запутаться. Я, наверное, буду записывать не поверх, а дальше. А то я нафиг запутаюсь. Блин, сейчас зацепит меня. Песеты. Травка. А там я проверил ящик. Ящик. Ящик живет. Вот песеты, я не проверил. Я иду, не долбись там. Кафу. Сейчас будет длинная, долгая заставка. You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The Капец, он шагает. What? Весь пол трясется. Конец главы. Сохранить, ну давай сохраним. Наверное, нет, буду перезаписывать. Вот сейчас четвертая, потом пятая, шестая. Там рядом эти машинки, там буквально 10 минут игры. Feeble humans, let us give you our power. Сейчас, значит, Леону вколят личинку этого. Как же он назывался? Лас Плагос? Или что-то такое? Или в пятой части этот Лас Плагос будет? Не помню. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Вот откуда он вытащил фотографию, а? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo.
I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Наш знакомый друг, которого я убил самым первым в доме. Это он. Что-то я пропустил, как его зовут. Полиция. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore Amatai. Do something, cop! After you. А, я забыл, что тут. Куда я? Теперь шею ему сломал еще. Добавок. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? Managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Через деревню в церковь. Так, сейчас нам повстречается торговец. Единственный дружелюбный персонаж в этой игре. Патроны для винтовки. Давай вот здесь еще тоже перезапишу. Я не купил... Почему я начал переигрывать? Я не купил винтовку. А винтовка, возможно, мне сейчас пригодится. Не знаю, заметили ли вы, незнакомец, но здесь в деревне повсюду висят синие медальоны. Если вы принесете мне 10 и больше таких медальонов, я дам вам особое оружие. Сначала надо продать гранаты, наверное, продать, чтобы мне хватило. Я особо им не пользуюсь, этими гранатами, хотя вот ручная граната дорого стоит. Ну-ка, я ее не буду продавать. Может, мне хватит денег. Коричневое яйцо восстанавливает здоровье. Я тоже его не буду продавать. Вот этих 6 штук я насобирал. Грязное ожерелье. Кружка 3000. На ней есть какие-то Блин! Мне надо было вставить в кружку эти. Не буду продавать. Я еще эти камешки найду. В кружку вставлю камешки. И тогда она станет дороже. Я купил вот средний дипломат. А лучше бы, наверное, надо купить винтовку. Да, давай. Она не влазит. Да? Или влезет? Влезет. Дипломат все-таки мне нужен. Thank you. Давай карту купим.
А я дипломат могу купить. Is that all, stranger? Давай, я дипломат тоже покупаю. Thank you. Ну, 3000 карта. Я могу что-нибудь продать. Блин, я не на ту кнопку нажал. Я сейчас одну гранатку продам. What are you selling? Придется две продать. Хрен с ним, давай продадим две гранаты. Thank you. What are you? Купим карту. Thank you. Вот это мне не нужно, ракетница мне тоже не нужна. Потом куплю оптический прицел. Я потратил деньги на улучшение, поэтому мне не хватило. Ладно. Пошли еще раз сохранимся. А вон там бочка. А, за ним тоже две бочки. Вот еще две бочки. Красная. А прошлый раз здесь лежали писеты. Надо объединить. Я какую выбрал траву? А, зеленую я выбрал. Давай-ка я выберу красную. Вот так. Все, я пойду сейчас сохранюсь. Хотя, в принципе, прошлый раз, наверное, можно было мне не переигрывать. Это я что-то запарился на этот счет. Вон целая толпа чуваков. Я подумал, что я отсюда винтовочкой. Надо ее выбрать, кстати. Винтовочкой. О, масштаб. Смогу их выносить. Чтобы они мне мозги не куда-то пошел. Так. Бумс. Он, кстати, встанет? Нет. Берем пистолет. И идем. Что плохо, то что я их пострелял, и эти плюшки, которые из них выпали, они исчезнут, если я до них не успею добраться. 10 патронов на него ушло. Кто-то там швыряется. Вон там не один швыряется. Дай-ка дробовик, а? Да стой ты! Стряхни! Молодец!
Чё? С гранатами есть еще? Как их пинать? Да в голову, в голову. Эй, ты так не стреляй, говорю, не швыряй. Как он еще промахнулся? Писеты. Что-то их идет и идет. Может, они никогда не кончаются? Да я ж пинаю. Я хочу пинуть тебя. Как пнуть? О, съем яйцо. Задрали вы. У меня патроны заканчиваются. А он встает. О, вон туда надо сходить. А может и наверх надо сходить. И наверх тоже надо сходить. Бочка взрывается. О! Амулет. Как я развернулся, я не понял. А я могу спрыгнуть? Спрыгнуть могу. По-моему, они здесь не кончаются. Насколько я понял. Получается так, что они не кончаются. Давай-ка я вас дробовиком обоих. Пока ты зарядишься. А, я вон туда хотел. Сволочь, а. Вот сюда я хотел. Залезь. Ну ты чё, обурел что ли? Так, вторую часть я нашел. Вот теперь можно отсюда сваливать. Дай-ка сожру что-нибудь. Да, неправильно опять я начал играть. Они тут бесконечно они здесь появляются. Да, нужно вставить, объединить с этим и теперь использовать. Да, все равно бы я не вышел отсюда, пока не открыл бы эту дверь. 5 патрончиков для пистолета. Где я вообще? М, это чё? А, торговец. Все понял. Звездочки, сокровища. Теперь показывают мне, где сокровища. Мне нужно срочно патроны для пистолета. Я их все потратил.
пачка есть, 10 патрончиков. Отлично. Все. Надо экипировать пистолет. Все-таки винтовку, наверное, я зря купил. Пока. Пока что она мне не нужна. Как таковая. Я думал, эти чуваки, которые там лазят, они не бесконечно лазят. Если они не регенерятся, блин, как это назвать-то? Я их всех убью и все, и буду там спокойно бегать. Они там появляются постоянно. Маска. Драгоценность с тремя дырками. Мне надо сначала найти, что вставить в этот, в кружку. Блин, надеюсь, вы здесь не регенерируете. Да ёп. Да, блин. Я, оказывается, не зарядился. Ударить ед! Наконец-то хоть раз в жизни я ударил. Патрончики мне дайте, у меня 4 патрона. Ну вот, ударь, е, я ж нажимаю. Да я вроде всех убил. Или нет? Патроны для винтовки. Ничего не дали. Бочка пустая. У него гранаты там? Да. А мне только один путь. А смогу ли я его отсюда как-нибудь с помощью ружья, с помощью винтовки застрелить? Хорошо, что ты идешь медленно. Блин, какая напряженка с патронами, а? Еще один. Ну иди сюда, дружище. Патрончики. Он промахнулся, это хорошо. О, музыка прекратилась, все. Все хорошо. Я чуть на капкан я не наступил. Так, открыть.
Кристальчик. Сокровище. Объединить. Нет, я не могу вставить сюда. А что я могу туда вставить? Несмотря на свой размер, этот камень представляет какую-то ценность. Исследовать. На ней есть какие-то углубления. Интересно, для чего они? Нет, не вставляется, а я думал, что можно вставить. Может быть, другие камни можно туда вставить. Еще одна печка. У меня для пистолета. Для пистолета у меня есть 20 патрончиков. Это хорошо. Потому что вот эту я сейчас активирую и загляну сюда. И еще патроны. Ништяк. У меня единственный путь — это сюда. Я правильно думаю? Там звезд... А, там маска лежит. А как до нее добраться? Там лежит маска. Где-то должен быть проход. Вот там она лежит. Вот она. Отлично. Я вообще не думал, что она взорвется, разломаются доски. А в маску я могу вставить? Сокровище. Тоже не могу. Может быть, мне надо их сразу несколько штук? Там три сразу, тогда их в три сразу вставится. Мне бы патрончики побольше. Не, он туда вниз. Карта. Да. Вниз. Вроде ничего нигде не блестит, не сверкает, не отсвечивает. А зачем же ты так кричишь? Как же мне в них стрелять так, чтобы криты наносить? Мне нужно у торговца улучшение для пистолета покупать, чтобы убойная сила была. Мне вниз или наверх? Ну-ка, давай спрыгну вниз. А рыба меня будет кусать? Взять. Патрончики? Откуда здесь патрончики? У
Граната. Нет, в рыбу я не попадаю. Она здесь плавает просто так. Там ничего нет, нету. Давай, взбирайся. Мне по карте же показывают, что где-то здесь, вот в том углу, сокровище. Где оно? Я не вижу. И сверху не вижу. И вверху не вижу. А может быть, оно у нас снаружи, сокровище? Так, кроме сорок, еще где-то есть. Где она? Я не вижу ее. Я слышу ее, но не вижу. Вон сокровище. Вот, улетело. Улетела, зараза. Я ее не увидел. Где она была? Так, сокровище я взял. Блин, какой длинный этот, длинная серия получится. Дайте мне печатную машинку, я хочу сохраниться и на этом закончить. Вон там близко уже печатная машинка, уже близко. Чё же я, дурак, делаю-то? Я чуть на растяжку не нарвался. Большой хрустальный шар, он может вращаться. Так. А кверх ног... Вот это мне нужно только кверх ногами. О! Что-то произошло. Открылось. Зачем столько портретов одинаковых? Я нашел ключи. Записка старосты. Согласно инструкциям лорда Садлера, я связал агента и оставил в живых. Почему нельзя было с ним сразу же покончить? Я не совсем понимаю инструкции лорда. Я забыл, прикиньте, я забыл микрофон поставить поближе. Звук будет говно. К тому же я бы не стал связывать их вместе, как было бы приказано, а держал бы отдельно. Я не думаю, что Луис станет доверять чужаку, но если они начнут действовать сообща, ситуация может усложниться. Если агенту поможет кто-то еще, думаю, что это ему будет только на руку. Про какого агента речь идет? Про меня или про связанного в шкафу? Тот же как бы тоже агент. Но может быть, в этом и заключается замысел лорда Садлера.
оставить нас уязвимыми для тех, кто помогает агенту из Сера. Сера. Сера, Сера. Не знаю, как правильно. Если действительно им кто-то помогает. По-моему, нам никто не помогает. А, это, как ее, Ада Вонг нам будет помогать потом, попозже. Вряд ли это возможно, но если чужаки уже среди нас, то нашим планам пришел конец. Полагаю, лорд думает, что стоит рискнуть, если мы сможем остановить тех, кто тщательно скрывается. Как бы то ни было, это приказ лорда, и мы выполним его безоговорочно, как всегда. Агент... Этот Сера Сара... Он же тоже как агент прибыл сюда и там кого-то ищет. Откуда ты тут взялся? Только что никого не было. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Конец главы. Ну, на этом тогда завершу. Я не знаю, я так не дошел до печатной машинки. Сохраню здесь и продолжу уже с этого места.